Главное управление социальных коммуникаций Московской области проведет прием граждан в Красногорске. 11 сентября с 10 до 13 часов уполномоченные сотрудники ведомства по видеосвязи будут отвечать на вопросы по работе с молодежью, о деятельности Общественной палаты региона и национально-культурной политике. Виртуальная встреча назначена в общественной приемной на Речной 20, корпус 2.